должен как можно скорее сломать эту сковородку, ведь впереди меня ждет еще огромная куча еды! Он, конечно, может делать это сколько угодно, но он даже не догадывается о том, что внутри каждого кусочка с едой находится сложнейшее испытание! Скорее! Скорее! Что ты сказал? Ну-ка, повтори. Нет, Лень, я ничего не говорил. Забудь. О, точно, я должен забрать первую землю. За эту землю я куплю себе первую кирку. Каменная кирка. Не понял. На ушко, мне скажи, А! Я оглох! Поздравляю тебя, Лень. Итак, первая кирка моя есть. И сейчас-то она мне поможет сломать всю эту сковородку. Я не знаю, как Леня ее пытался разломать своей деревянной странной киркой, но... Не мешай мне, пожалуйста. Я должен посмотреть, что здесь находится внутри. Да, что? Ты чё? Не трожь его! А, ты думаешь, что я поверю в это, да? Хорошо, что я приготовил с собой палку. Нет. Не на... Отлично. Вот это мне уже нравится. Что ж, я прям уверен, внутри этой сковородки что-то должно крыться интересное. Потому что мне хочется уже так сильно дойти до самого последнего бургера. Там, наверное, будет вообще разрыв. Леня, а ты чё со мной вместе копаешь? Так это... Это наше общее задание. От чего ты взял вообще? Ладно, один буду. Стой, поставь меня на место, Лень, ты... Ах так, тогда я сейчас себе куплю новую кирку за 2 бетона, желтый и оранжевый. Да, они как раз у меня есть, и вместо этой сковородки, в которой наверняка ничего нету, Алёня будет думать, что есть, я перейду к следующему продукту. И это у нас картошка фри, интересно, кирка что... Кирка сломалась. Пошли, бро, я в твоей команде. Нет. Смотри, я тоже синий. Я сказал нет. Ладно, все, хватит. Я сделаю все, что угодно. Любое желание. Я подумаю, какое желание можно... Это еще что такое? Труп Амунгасера? Леня, ты че? Ты че, нажал на кнопку? Тун-тун-тун-тун-тун. Ту-ду-дун. На ушко мне шепни. Да, сейчас. Я хочу, чтобы ты убрался отсюда. Опа! Да-да-да! Это мое желание! Иди отсюда! Лень, я должен выбраться с этой картошки фри, потому что я готов себе купить уже новую кирку, наверное. Ой, а где это мы? Лень, ты, наверное, иди назад! А я тут останусь! Лень, хватит плясать. Я не ожидал, что через картошку фри можно попасть в какой-то странный проход. А, это выбери правильную дверь. Так. Ну, давай же, выдай свою гениальную мысль. Я выбрал. Пожалуйста, иди первый. Я только буду рад. Ведь если там лава, он упадет туда первее, чем я. Гениально. Я выбрал, мы никуда не идем. Тогда с дороги, Лень. Я выбираю синюю дверь, потому что у меня синяя футболка. Здесь, в Майнкрафте и в жизни. Клевая, да? Поставьте лайк. Нет. Да что нет-то? Вот что. Необходима одна подписка. Чтобы открыть дверь? Лень, да уже все давным-давно подписались. Отходи отсюда, я пойду в синюю дверь. Не-не-не, я туда пойду. Я ее выбрал. Фух, хорошо, что я не пошел в синюю дверь. А я же говорил, клево, что Леня идет первый. Чего? А я тут подумал, иди сюда. Наверное, ты должен выбрать здесь эту дверь. Я опять выбираю, ладно? Что? Как он здесь только что прошел? Ладно, теперь я иду первый. Не-не-не, наверное, я выберу эту дверь. Вообще-то я ее хотел выбрать. Ну давай, иди, Лень, я... Тут точно все нормально, потому что здесь ты как-то читерски прошел. Да, точно вот. Ладно, пройду на всякий случай здесь, а то ну его нафиг. О! Разгреби ящики. Легко! Давай. Чё? Я? Давай ты! Получишь 20-ку! Не-не-не, Лень, ты же сам выбрался быть моим ассистентом в ролике. Я сказал, вперед! Бери ящики, грузи ящики! Считаю до 3. 1, 2, 3. Все, понял! Вот. А вот этот процесс работы мне уже нравится. Ой. Извини, случайно! Забирай! А я уж напугался. Патроны все мои потратил. Ладно, ящиков осталось совсем чуть-чуть. У вас как раз будет время подписаться на канал, пока он разгребает все ящики. Куда ты их обратно-то ставишь, Лень? Давай уже нормально. Ладно, все случайно просто. Придется ему слегка помочь, а то с ним каши не сваришь, вы же это знаете. Итак, что же будет за этими ящиками? Интересно. О, там есть какой-то проход. А ну-ка. Ты что, было? Фух.
Леня! Откуда у тебя взрывчатка? Как ты это сделал вообще? Ты ее только что выкинул? Нет. И гравити-пушку я не выкидывал, и вообще ничего не выкидывал. Ладно, я тоже ничего не выкидывал. Это вранье! Да ничего не вранье. Мы должны пройти это испытание как можно скорее. Ведь интересно, что нас ждет в конце. Ты меня выкинул! Ну да, я это сделал. Владус, стой, ты же умный! Да, я умный, поэтому избавляюсь от Лени как можно скорее. Хорошо, что у меня есть блоки и... Это было опрометчиво. Немножко мне повезло. Владус, Владус! Говори, но только скорее. Помоги мне с английским! И в чем тебе помочь? Как будет на английском пицца? На английском будет пицца. А как будет ты? Два пицца! Ты со своими шутками сейчас упадешь в лаву. Стоп. Извиняюсь. А ну иди сюда. А я же говорил, что упадешь. И не выберешься. Кто-то выберет. Не, не выберешься. О, сундук. Интересно. И что здесь? Секретная Леня. Чего? А ты почему его забрал первее, чем я? А почему его ты должен забрать первее, чем я? Ты мне вообще надоел. Ах так? Ты... Классное зелье. Надо отсюда поскорее выбираться. И я знаю как. А вот и все. А с ним-то мы что делать будем? Да ничего мы с ним делать не будем, Лень. Пойдем отсюда, ведь дальше у нас пицца. А, интересно. Не понял, а почему я блоки не могу поставить? Не ставится, да, Владус? И не копается. Реально не копается. Леня, ты чего сделал? Нам нельзя на пиццу. Это с чего это вдруг? Ну пока новую кирку не откроешь. А, ну класс. А откуда я должен был знать это правило? Ладно, пойду открою у этого носатого свою новую кирку. Для нее как раз нужно всего лишь 32 оранжевые. Шерсти 32 желтой. Лень, у меня нет такого. Она там. Так может ты со мной поделишься? Ну, а ты мне что? А я тебе дам свою новую кирку. У меня чуть-чуть есть. Кирка! Забирай! Спасибо, Лень, спасибо. Вот тебе моя новая кирка. Она, правда, новая была пару уровней назад, но в целом новая. Итак, алмазная кирка моя. Отлично! Подожди! Ты меня обманул! Да нет. Ой. Ну, не обращайте на него внимания. Он все время плачет. И в комментариях его не жалейте, а то каждый раз одно и то же. Я захожу почитать комментарии, а вы там пишете: бедный Леня, зачем ты его троллишь? Зачем ты меня троллишь? Ну вот. Вот этими выходками он вас байтит писать такие комментарии. Не слушайте его. Зачем вы его слушаете? Итак, мне нужно собрать все пепперони с этой пиццы, чтобы получить свою новую рубиновую кирку. Я помогу собрать, Владус, дружище. Ага. Да, я знаю, как ты мне помогаешь. Ты мне потом же это не отдашь. Да кто сказал? Отдам же. Копай. Я тебе сейчас дам по башке. А ну-ка давай мне обратно все пепперони. Подожди. Чтоб я... Твой друг не отдал тебе вещи? Обманул тебя? Он что, только что уснул стоя? Перепутал эмоцию. Ничего необычного. Ладно, Лень, выключай свой грустный дождь и не мешай мне вскапывать мои пепперонки. У меня их уже целых 6 штук. Я очень надеюсь, что в этой пицце еще внутри что-то есть. Но... Ну вот, он собирал пепперони, а теперь упал вместе с ними вниз. Класс, молодец, Леня помощник, хороший. Нет. Осталось совсем чуть-чуть пепперони, и пора заглянуть в самую глубь этого острова. Тут какое-то дерево. Лень, а ты уверен, что внутри этой пиццы что-то есть? Нет. Ладно, может быть мы тогда... Опачки! Только что я что-то заметил. А ну-ка в сторону. Да нет, да я докопаю. Не-не-не-не-не-не, Леня, я сам. Сейчас посмотрим, что он там только что откопал. Сундук, опа-на! Чё там у нас? О, кристалл льда. Отлично. Это очень мощная вещь. Особенно с помощью нее можно влиять на Ленчика. Если он будет выпендриваться, я знаю, что мы будем с ним делать. Лень. Ого, там что, сундук был? Ну да, был. Отдавай-ка мне весь незерит. Нет, не отдал. Бежим. Ой. Немножко промахнулся, но сейчас он сюда придет, и мы ему покажем, кто здесь босс. У меня 23 штучки, вы понимаете, что остальной незерит у Лени? Вот он, заноза какая. А ну-ка, стой! Опа! Ладно, дождемся его около жителя. 26 незера есть. Леня, давай следующий. Сейчас я поменяю все пепперони. А, ты тоже тут? Я сказал, давай незер, иначе у меня есть палка на большую отдачу. Да, ладно, держи. Ну вот, сразу бы так. Лень, его маловато как-то. А ну-ка, я сказал, давай, Незер. Да, ладно. Да, Владус, ты чё?
не надо больше. Ну вот и все. Лень, у меня 31 штука. Да все, у меня больше нет, правда. Ладно, а так? Есть еще одна штучка, разморозь. Разморозил, отлично. 32-я. Тютелька в тютельку на рубиновую кирку. Есть! И сейчас самое время заглянуть в огромную картошку фри. Наверняка там будет что-то интересное. Можно ее даже особо толком не ломать. Кирка очень сильно подходит по цвету. Ой, чего? Включить испытание. Лень, может быть не будем нажимать? Не-не-не, конечно не будем. Ладно, ты че? Я же не... Я обманул. Ну и че ты надел? И какое испытание нас... Ждет. Это что только что пролетело? Лёнь? Знаешь-ка, держи блоки, у меня вот есть стоп. Парочка. Что значит стоп? Лавовый снег, не выходить. Нельзя выходить. Ты сам нажал на этот рычаг. В общем, ты туда и пойдешь. Вот тебе держи еще блоки, держи. Копайся к следующему продукту. Ладно, ну можно не надо? Нельзя не надо, копайся. Ладно, я попробую. 15 секунд. Лёнь, поторопись, у нас мало времени. Хотя я не знаю для чего... Эти секунды были нужны. Лёнь! Сейчас! Да меня просто снег убивает! Но это нормально. Ты же включил это испытание? Давай подождем. 5 секунд. Чуть-чуть осталось. А чё ты выходишь-то тогда туда каждый раз? Не знаю. Ну, кажется, 5 секунд уже прошло. Лёнь, а не проще было бы просто выключить это все? Точняк. Во-во. И ничего абсолютно здесь больше нет. Чё ты мне сразу об этом не сказал? А ты не спрашивал? Ладно, Лёнь, у тебя все блоки. Строй лестницу до этого огромного ведра с крылышками. Как можно было додуматься поставить под собой песок, я не пойму. Ладно, у меня есть парочку блоков, придется ему чуть-чуть помогать. Так интересно, что будет сейчас внутри? Ладно, все, блоки у меня есть. Итак, отходи, я сейчас сделаю лестницу. Ну а что, мы его ждать что ли будем? Вот так вот быстренько поднимемся. Сломаем здесь пару блоков, чтобы я мог... Как ты здесь оказался? Это не важно, крылышко KFC. Да я понимаю. Дай-ка я заберусь повыше. О, это так аппетитно выглядит. У меня правда аппетит уже разогрелся. Поставьте лайк, если у вас тоже. Давай сюда, давай сюда. Да я иду, Лёнь, иду. Ого. Это еще что за темница с сокровищами? Секунду. Это похоже на какой-то паркур, но он никуда не ведет. Или нет, стоп, там есть какая-то машина. И здесь машина. Ты сокровища-то поставь. Да не буду сокровища я ставить, мне они нравятся. Считай, что я их украл. Здесь мы можем забраться, только очень аккуратно, чтобы не упасть. Вот так. Отлично, я почти на месте. И что здесь? Я не знаю, я еще не учил цифры. Давай ты. Ясно. Цифры нужно расположить по порядку. Раз, два, три, четыре. Подпишитесь, если бы вы справились с этим заданием примерно за 3 секунды. И все готово. Да, ага. Никто бы не справился. Нам написали, что у нас какой-то приз. И что это будет? Я обожаю призы. Леня взрывается 10 раз. Стоп. Это отличный приз. Я обожаю призы. Когда начало? Отлично, мне прям нравится. Класс, пора выбираться отсюда. И сейчас... Да хватит, все, одного было достаточно. Пускай он взрывается где-то в другом месте. Бургер, огромный. Это был третий, ничего. Сами считайте. Раз, два, три. Где это мы? Похоже, в тюрьме. Класс, именно этого я и ждал. В тюрьме 4 основные касты. Первый блатный. Лёнь, успокойся давай. Нам нужно понять, как отсюда выбраться. Конечно же, с помощью постой, кирки. Постой, парень, меня... кирка. А вы-то здесь откуда? Не переживайте, вы здесь ненадолго. Ну, примерно на 2000 лет. Да, всего лишь 2000. Это все он, это Владус виноват. Он разрушил 13 деревень, подговорил одного голема и... Лёнь, он ушел. А вот я остался. Выпустите меня, пожалуйста, он меня сейчас убьет. Да, все верно, Лёнь, ты прав, все верно. Итак, я хочу выбраться отсюда через вентиляцию. Это всегда рабочий способ. Надеюсь, меня, правда, не заметят. Только вот как это правильно сделать? Я сейчас не могу ничего ломать, ничего ставить. Лёнь, слушай, может быть, попробовать на кровати подпрыгнуть? И в эту вентиляцию можно как-то... Давай я подтолкну. О, сработало. Реально, подтолкнул. Понятно. Только вот не знаю, Лёнь, не знаю. О, мы выбрались в следующую камеру, на следующий этаж. Тут есть кусачки. Ну, хотя бы их я могу забрать. И теперь с помощью... Ты здесь откуда? Ломай, давай ломай скорее. Ты рукой это сломал только что? Ага. Это что, забор электрический? Пожалуй, отойду подальше. Я сейчас сломаю, все нормально, разберусь. Так зачем ты это все заделал-то обратно, Лёнь? Ну ты...
Придется мне ломать это все вручную. Кажется, все работает. Я по поводу забора, он был прав, кажется. Ну все, пора отсюда сбегать. Так. Ой. Кто это тут у нас? Побег оставим на следующую серию. Ребята, подпишитесь на канал прямо сейчас. Я должен валить.